Все, давайте по стандарту, если кто чего, сразу говорит. Может быть агент. Михагава? Скоро начинают кубковые игры, и те клубы, которые стремятся туда попасть, сейчас будут набирать такие обороты. И посмотрим, кто... Чё вышел? Да, Даня вылетел. Не-не, всё правильно. Даня. А, он просто это... Да. Чё, играем всё? Да. Этого матча ждали давно, и от его исхода зависит очень много. Что, не может играть, что ли? Верно, осталось подождать еще чуть-чуть, играл. Затаить дыхание и наслаждаться игрой. Ударь, Саня, же ближе. Да я стараюсь. Он уже видел мяч в сетке, потому, но защитник заблокировал удар. Тут просто подарили мяч сопернику. Смотри, Виталька, поджал. Мишка, в центр. Угу. Удар будет? До конца. До конца он играл в этом эпизоде и спас свою команду. Так, Виталь, ты сзади чуть-чуть, давай я вот этого накрою, ты чуть-чуть. Как его накидать? А, наш мяч-то есть. Да, ну, Саню. Ну, все нормально, просто очень долго ждал, и он уже меня закрыл, мне пришлось убегать. Передавай. Хотя там 4 человека круют. В центре внимательно, они по флангам сбежались и их закрывали. Давай, я вас там дать раз сзади, я буду на балконе. Авес! Блять, он просто... Я думаю, этот игрок прекрасно бы исполнял в регби. Вообще нормально, не? Плохо сыграно, мяч потерян. Че, без фола? Было нет. Забывай, забывай. Я на него. Ничего даже делать не пришлось, Райдом. Чтобы этот пас перехватить. Встаешь. Швайнштайн. Блин, Леш, я думал, что это все лиги. Блин, здесь не усвоить. Отличный Тема. Прием, так держать. Ваня! Молодец. Автогол? Ну, скорее всего, да, будет. Автогол. Комментатор. Автогол. Мимо летел. Рука! Автогол. Забрали Ваня. Но автогол в футболе... Ну, Ваня летел, забил, все нормально. Все. А то да. Можно уходить. Виталина оправдал. Виталина доверие оправдал. Хорошо, теперь заживем. Нет, он направляет, мне уверяет, если забьют еще. Перехватывает игрок. Понял, Вань, тебе хат-трик надо делать. Он как стерва ведется. Ань, уходишь себе наоборот. Ну вот мне надо было их как-то расстрелить. Ну вот все. Ну просто пока я тебя ждал, да, меня ушли. Так что пока ждал? А зачем ты к Ване приблизился? Я не к Ване приблизился. Я оттащил и потом играйте. Играем, естественно. Вань, надо же как-то момент разбирать. Блять! Ой, Виталий, неудачно. Ой, блядь, пиздец. Но там я даже не мог ничего сделать, это сразу отскочил мяч. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Обработка? Да, удары, конечно. Так, что забили, так легко и пропустили. Равенство на табло. Окей. 1-1. Отлично сыграно, надо решать. Сразу, пацаны, дальний. Отлично. Вот теперь ты уже близок. Какая-то... Короче, давайте хоть в обороне вот такой хрень не допускать, ладно. Ну здесь это железный гол, потому что в касании дальний все. За оборону не понятно, что делают. Не, ну вот это все понятно. Проблема там была. Второй ты. 2-1, тем интереснее смотреть. Хорошо. Дань. Перехват в центральной зоне. Выкатись. Он не успевал. Все, присели и плотно в центре, плотно. Пожестче сзади, да, впереди там. Рисунку не фигню. Лучше попуститесь назад и сожрите, чем это. Ну что вот сейчас за херня опять началась? Хорошо. Михагава это бот? Нет, да, не было из-за бота, он очень. Я говорю, там я стоял там, блин. Хотя у меня даже защита не стоит. Я стоял по защитнику у Виталия. Следите за ботом, следите за ботом. Бля, он вообще смог застоять. Я не знаю, я сейчас. Оху, рядом с ним стойте, не оставляйте его. Как контратаку отменить? Там нельзя бот. Поставь другой день. Мощный крест нельзя. Не, больше посигнет, а владение мечом хотя бы.
Давай. Ребят, вот кто сейчас носится, хер знает как. В роли своей посмотрите и по игрокам сыграйте поплотнее в центр. Они видно, что будут играть по флангам. В центре два человека встанут, да, и все, заберут. Блин. Чуть-чуть перекину, Сань. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Беги, беги, беги. Нет, вроде. Да есть, есть, есть. Я увидел. Доигрывать всегда до конца. Ну, он поднял флажок. Ну, видно, ничего страшного, прибежишь. Может, он темный поднял флажок. Подбор тоже, фланги. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать так свою лучше. Атаку. Хорошо, иди повыше. Мяч у соперника. Еще выше? А куда выше-то зачем? Ты стоял, закрывал меня. А хотя бы когда-то вынести можно. Наш. Грузите в Напа. Напа давай. А Нап скидывай, пробуй вперед. Просто рапида не забегает, ну ладно. Тотти. Защитник не дает развить атаку, почти, перехватывает. Тань, выкатывай. Да почему не выкатывай? Почему не выкатил-то? Я Ваню хотел, чтобы. Я хотел, чтобы Ваня забил. Жесть. Можно отдышаться. 200% выкатывай. Ну блин, на косячу. На косячу. Позил. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Все будет, все будет. Ой-ой-ой, что ж. Блин, хорошо, что не в штрафной произошло. Из-под тяжка, да. Да. В прошлом матче я так же сделал в штрафной. Я корпус думал поставить, а он ногу выставляет. Сендер, разберите, все равно Даня же не закроет. На некоторое время обезопасил он свои ворота. Ой-ой. Включай Саню и все. Отдай. Я тебе хочу. Саня просто убежал такой. Хорошо. Мяч в непосредственной близости от штрафного. Ну просто неудобно было мне туда давай. Швайнштайн. Где вот здесь с тобой вот? А, окей. Подкинь. Хорошо. Вот теперь. Видишь, я все на Ване работал, я вообще там не дал. Чтобы вот отбили, Ваня пытался. Дал все перекладе попал. Типа отмазался. Ладно. Считай хитрик. 3-1 счет, результативный Нет! Играйте так же, попроще, больше вперед. Че, ничего придумал. Я говорю, единственное, что вот когда у нас мячик, да, широко, когда мяча нет, поплотнее, поплотнее. Не надо лишний раз забегать. Лишний раз забегать не надо. Сядьте сзади, встаньте, закройте зоны. Вот опорную зону и подбор. Артема можно. Блин. Я могу. Артем опять же можно. Давай, ладно, кидай. Нормально, нормально тебе. Вот здесь вот, да, хорошо. Епта. Ой, бля. У меня, короче, там просто слайд-шоу. Ладно, играем. Есть. А здесь вот ворвусь. А назад. Но я вот почти получилось. Буквально на шаг раньше. Вот опять Ваня, зачем выскочил? Перехват. Перехватил? На него, давай. Сзади не было никого, кажется. Ну, как видишь. Сука, я вижу. А так это ворота. Вот здесь вот забирай, хорошо, Лёш. Подержи и на Тёму. Суарес. Ну реально. Отпусти спринт вообще тут уже. Значит, в край веди. Говорю же. Ладно. Чего ты говоришь? Я говорю, подержи и на Тёму. Виталь. Виталь, можешь дать? Да, ещё шире, если отдашь. Можешь сам уже бить. Да сука, что у меня с ударами-то вообще? Мог шире-то отдать. Я да мог отдать, уже. Но только я тебя во фланг бы втыкал. А чё нет, я постоянно... в штрафную ворвался бы там. Ты как раз последний игрока на себя взял. Лёш, и здесь. А верни ему обратно. И Ваня. А Ваня раньше времени нажал. А я два раза даже нажал, один раз раньше. Тём, стреляй или что такое делай? Хорош. Отличный навес. Неплохо. Спокойно выбивает мяч далеко. Просто нет. Момент второй. Прилично подзапороли. Блин, он сейчас Ваня дергался бы, да, дождался бы момент. Я думаю, сбивал. Ну, блин, это ты, наверное. Да запороли, конечно. Я говорю, игра как говна. Я просто хотел сейчас в касание ударить, блядь, понимаешь? Я думал, сейчас ты мне пнешь, и у меня, блядь, отлетит, как от этого, от нимпа, и все, блядь.
Тихо, блин, всего лишь минус 2, вы чё? Что ты там сказал? Ну, как давайте, давайте после матча этот вопрос решим. Минус 2 это еще как бы не конец. Слышь, матча. Ты калаш. Тихо. Калаш. Я с винками, блин. Я, кстати, можно добавить перехватчик? Апнул, что ли? По 4 штуки, да? Или нет? Ты апнул орла? Да. Ну, блин, случайность. Опять же, сзади, внимательно. Перерыв закончен, команды на поле, арбитр дал сигнал начинать, и у нас второй тайм, поехали! Лол. Давай! Ключи, прекрасно. Бильч, а не отдай, прекрасно. Перехват от сбора, нормально. Продолжаем в том же духе, сзади, повнимательнее. Лучше, реально, вот сейчас лучше не добежать вперед, не открыться, оставить одного там в атаке, но не профукать. Зачем? Он хороший был. Счет, если сейчас отпускать, это будет хуже них будет. Нафига это надо? Манька, да блин. О боже. Не вынесили, не выбрасывайся. О, ребята. Ну, принял, спокойно закатывает мяч в сетку, издевательски просто. Но ведь ему позволили это сделать? Позволили получить мяч? Ну вот опять, видишь, в центре они бегут вот такой мощной дурой в 5 человек. А у нас один. Давай, Вань, Саня, а, уже все. Быстро разыграли этот штрафной практически без остановки. На просто с той позиции. Не выходи, не выходи в атаку. Не выходи. Бот, так что внимательно. Чтобы хорошо, получить мяч, надо за него поворот. Да что ты делаешь? Да, это красный. У него значок попал. Игрок покидает поле и переставьте на меня, пожалуйста. Давайте, да, сзади, сзади, сзади побольше. Так, Миш, переставьте меня. Да, да, сейчас переставь. Может, на один скрузанешь, слышь, попробуешь? Так я так и сделаю. Давай. Только скажи. А давай я забегу, поехали. Вань, не совсем. Корпус, 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 Борис, Борис. Хорош. Удар, 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 бей. Бей! Блять, мальчик. Другой, блин, надо передавать. Меня. Ладно. Это сзади внимательно, они по-любому будут пытаться в контру убежать. Ну, конечно. Подожди, я выйду назад. Вань, на будущее старайся бить не в ту сторону, давай, в которую пас шел. То есть, если пас идет, как бы вправо. Ну, я понял, понял. Да я говорю, я думал, блин, надо. Ну, просто там бот был, я думал, может... Лен. Сейчас опять же центр просто будет швырять и все. Да, внимательно, очень внимательно надо. Да, Михагава, с ним, с ним, с ним. Ломай, ломай, ломай. Ударище просто. Хорошо. Хорошо. Давай, Сань, сразу вперед. Но прямо в руки вратаря. Ну, ладно. Уже бот там играет, там вне игры будет. Куда идти? Хорош. Кука. Отлично сыграл защитник. Прервал фланговую атаку. Сука, где все-то? Ёлки-палки. Вот здесь надо встречать. Мяч. Да ладно, бот. Вы... А он вот... в тусы, как он глубоко играет. Вне игры вообще никак не стоит. Надо просто, понимаешь, чтобы там, где бот, там должны были напорники. Один напорник уже находиться. Чтобы встречать вот эти точки. Вообще. Да. Ну, нет, не получается выйдем, играть в прессинг с ботом, поэтому надо наоборот как бы, встречать в линию и поглубже оставаться. Выйдите, выйдите по стенке. Там бот, 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 бот. Нарисуйте по боту. Не рисуется. Судья у нас либерал, и стенка этим пользуется. Судья двигает стенку на указанное расстояние. Так, видите, я не знаю, что нужно не жать, чтобы это штука не выдала. Фига, да. Чего? Вынос. Ну так. Ладно, я сильно не побегу. Через Дома. Лёшу. И низ. Суарес. Ну вниз. Ну, блять, хорошо, атака развивается. Ваня, касание надо было. Справились. Да я вообще не знаю, фига Ваня могут давать. Я думал, нормально. Но у него удар на позицию касание. Блять, что игра, что ли? Внимательно. Попробуйте сразу с башки вперед выбить. Ваш тоже пимпара. Выбить, блядь. Там бот был. Я понимаю. Я почему игру ясно. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Сейчас не винил. Дал, дал. Опять свалили. Бля, ну там же мяч наш. Стой, стой, не надо. Нису. Не надо. Единственное, что может быть бот. Вань, отдай просто. Тём, я забегу шире. Бей. Ускоряйся. По флангу, да. Ну и все, здесь подборы пошли вперед. Дальше, 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 дальше. Тёма. Не просто. Ну, не ну неплохо. Здорово, да, сыграл голкипер. Ни шанса не оставил было соперник. Хорошо. Дальше. Совершенно логичное решение. Хорошая скидка. Хотя, в принципе, нормально. Да, не бейте. Хорошо. Прекрасно. Давайте перехитрим. Хочешь перехитрить?
Было видно, что команда продолжаем. Нет, подожди, ты сзади. Вот. Запаса прочности оказалось, к сожалению, недостаточно. Вань, там поруководи, что ли, оборону. А тебя, по сути, первого отталкивает. Идет. Но настоящий болельщик никогда так, а здесь в обороне, это нас долго-то оборонить. Они сами здесь. Хоккейный матч. Я в сердце-центре. Ай, Ваня рванул уже нормально. Торопился жену. Рванул нормально, он там в коридор. Коридор. Не идут у хорошо, него главное, за флангу, по флангу. Ладно, нормально, неплохо. Назад, назад, подсядь. Игорь тоже назад. Откидай, чтобы вперед, закрыть нет. эту зону. Ты играй, потому что 20 минут, блин. Зачем? Я вижу, чтобы у тебя был сзади закрыт, ну, опорка закрыта, и в атаку был выход. Треугольнички делайте, делайте. Давай. Потеря, все, в оборону. Я вместо Сани вниз. Да блин! Защитник перехватил передачу. Я не понял тебя, короче. Вперед. Я нажал вперед и не получилось толком ни хера. Там никого. Ну пока выйдут отсюда, еще я помню. У меня 8-9, ё-мо, еще игра как говна кусок. В этом матче, ну честно, бред. Ваня желтая. Спокойно. Он каждый матч получает, скоро уже пропускать будет. Не ожидал я, честно говоря, если уже не сняли каждый матч. Может быть, следующий, кстати, может нравится. Усики, да. Глупость. Пропуск мой. Да, знаешь, очень странно он себя повел. Думаю, тренер... К воротам соперника. В недоумении. Да, к воротам соперника. Усиков не было. Ладно, нормально, нормально. Бежал. Сейчас будут забрасывать. Также смотри за ним. Поэтому по радарчу. Я, если что, там подмогу, как смогу. Просто подарил он мяч сопернику. Ладно. Блядь, ладно. И опять же вперед. Хорош. Хорош. Здесь. Ну никого, никто не встречает. Там офсайд, непонятно у кого его. Даже у Вани. Там флажок сразу по нему. Пострахуйте его. Баштуш пимпара. Нормально. Блять. Я тоже, блядь, это брал. Не считается. Ох, сука, не угадал. Давайте, да, я тут. Его фланг. Плохо сыграно, мяч потерян. Ну, не флаг, что-то не очень. Был фол, ну, тут начал обсуждать. Они свалили. Такое, угу. Короче. Давай в Ваню просто. Потяни на Мишку нормально. Да, блин, вот же Ваня открыт. Посмотрим, хорошо. Кто из них сильнее физически. Пинтони в центр. Нормально. Пинтон. Надо было упасть. Да, не упал просто, да, реально. Перевод. Хорошо. Прекрасно да, просто. Такое, Тёма. Ай, хорошо. Я здесь вместо Лёши подключился. Попробуй на второй темп. Ну это уже какой-то там 2.5 темп. Давай. Дальняя. Накрывать. Далю с этим, да. В игру, но еще впереди много времени, можно ситуацию исправить. Хорош. Блять, не съел. Тёма, отыграйся, да, делать. Прекрасно. Очень много брать передачи. Иди пешочком, ничего страшного, иди. И ударчик. Может бить, да. Вот хорош. И все. Я же говорю, он не выбегает тебя, встречает. Царь царечи. Короче, за Смолова я лучше всего играю, я помню. Определился, да? Да. Нормально. Ну что же, они полностью заслужили сегодняшнюю победу. Еще 4 минуты проведут команда на поле. На весь на дальнюю. Муньейн Гонье. Ваня, скидка. Ой, Тёмка второй. Тебе же дадут голевую, не дадут? Ты не, голевую мне не дадут, стопудово. Очень красивая формулировка. Ты там что, за прошлый сезон? Это же был удар. Отомстили, как так сказать. Вот интересно, ну, что так сказать, передали привет скорее. На будущее. Привет, нет? Привет, Андрей. А? Они расстроились, наверное? Я думаю, нет. За этот матч? Я думаю, они в прошлом сезоне. Расстроились обратно. Уже вперед. Ози. Ну и мы расстроились. Вот теперь их очередь опять. Ну мы-то само собой. Спасибо, ребят. Ваня, с днем рождения. Матча. Галстука мы тебе не подарим. Спасибо центру за это. Спасибо центру. 10 ударов, ну ты, Вань, ну видишь, как вообще. Вся команда тебя одного играла. Хуёвая реализация. Сегодня Ваня за Ваню играл, я понял все. Вы о чем вообще? Я что там Туксандр такого сделал? Ни голов, ни голевых. Я тебе говорю, говна кусок сыграл. Ну короче, Тёма не будет сборной. Тёма не будет сборной. Тёма 100% не будет сборной. Да, Тёма не будет. Потому что они с Саней конкурируют. Да. И со мной, мы все за одну позицию. Не, ну там ладно, Лёша там. Не, ну Виталий можно. Хотя Виталий тоже вряд ли.
Да вряд ли. Автогол, красная, что-то тут вообще у нас сумасшедший какой-то матч. У Тёмы два гола, ведь у Вани два гола, нормально. Ваня. Ну, кстати, Ваня еще не... О, Лёша опять, наверное, подъедет до сборной. В смысле у Вани два гола? ХСК 4 гола. У Вани 4. У Тёмы два, у Вани 4. 4 гола. У Лёши 4. Ваня 4 плюс 1. Сойдёт. Чё, Саня, Александр такое сделал? 4 отбора? У Сани один у Сани один сейф. Три перехвата. У Сани? У меня. Ну, у Сани, да. У Сани один сейф, три перехвата. Да-да-да. А, у него отбора 4 из 4. Да я говорю, у меня была там оценка в какой-то момент, типа, 8-9, что ли, на 60-й минуте, хотя я реально там толком ничего не делал. Так, раскрины, если что, есть. Ехали, что ли? Я тоже, короче, все, я все отскринил, все сделал, матчик записал. Это самый главный перехват. Все круто, все замечательно. 6 перехватов. Все.